Итак, привет, дорогие друзья. Неделю назад я выложил картинку с футболкой, при репосте которой у вас появляется уникальная возможность получить ее абсолютно бесплатно. Вот. И сейчас, собственно, мы разыграем... И сейчас мы подведем итоги этого самого конкурса таким вот простым способом. Я написал на каждой бумажке имена людей, которые сделали эти репосты. Вот, и сейчас абсолютно случайно, Татьяна попадала в из города Владимир. Ура! Итак, собственно, победителем стала Татьяна Пошиталова, и футболку отправится ей в город Владимир в ближайшее время. Вот, надеюсь, Почта России сработает без всяких эксцессов, проблем, и все будет ништяк. В течение следующих нескольких часов я выложу конкурс с новой футболкой.